друзья. Ну а здесь, как видим, зима не отпускает. И тому-то показатель, смотрю, температурка минус 7. Здесь все-таки снежка побольше. 46 подсыпано. И не, ну дороги, конечно, смотрите, ну, блин, почистили, все классно. В этом с этим вообще проблем как бы нет. Вот. Но мороз на улице, и смотрите, и тротуары, и все это чистенько. Где-то вот здесь тоже должен быть какой-то горнолыжный курорт. Вот в этом месте. Надо посмотреть по углу, друзья. Ну, не знаю, может туда лево, туда вот наверх как-то. Скорее всего. Либо же... Ну, там в Австрии мы еще посмотрим, там, по-моему. Ну, я думаю, включимся. Вы превышаете. Может, увидим все-таки подъемники работающие и тому подобное. Но в Италии, скорее всего, это карантинные меры. По-моему, это должно быть закрыто. Вот Австрия, видите, работает. Не знаю, сейчас доедем, посмотрим, как оно там. Мороз и солнце, день чудесный. Что ты? Дремлешь, друг. Ладно, едем дальше. Друзья, ну вот справа, да, горнолыжный курорт, но все стоит. Смотрю, ничего не движется, ничего не шевелится. Ну, вам я поздно просто увидел и включился поздно, как говорится. Вот в этом месте, в этом городочке, вверх как-то, ой, ну, можно загуглить. Здесь горнолыжный курорт. Ну, чё, опять же, да, северная сторона, как бы, вот, склона. Раз там, чтобы снег не таял. Вы превышаете. Так, а до границы нам с Австрией, а ничего, 2,8 километра. То бишь, есть же как вариант. Но если эта дорога меня закинут, вернее, чтоб заведут. Я к чему хочу сказать. Вот там на границе можно припарковаться. Там я когда-то проводил уикенд, выходные. Ну, сесть на велосипед, докрутить педали 3 километра вот здесь по асфальту, либо какая-то там должна быть дорожка. Ух ты. И все. И мы в дамках. Но опять же, видите, ну, карантин здесь не работает. Когда заработает, неизвестно. Так что, ну, не знаю, ну, как вариант, может быть, на следующий год. Вы превышаете допустимую скорость. Сейчас глянем, как там на границе, что, какие контроли происходит. Ну, вот так снежка подсыпала, видите, как наскребли кучки такие. Парки кемперов, но тоже куча буры снега, но его то ли надо вывозить, какой-то освобождать. Превышаете допустимую скорость. Так, ну вот где-то здесь сейчас будет граница.
Это вот за этими домиками такими двухэтажными. Административная. И полиция обычно вот там вот, где автобус стоит, по правой стороне, тут заправочка. И как-то на такое место контроли производит. Ну, сейчас глянем. Парам-парам-пам. Красный. Не знаю. Махают. Значит, камеры стоят. Ну, наверное, легковой транспорт. Вот, вот здесь я стоял где-то вот выходные. Примерно в этих местах. Ну, чтобы вы понимали, да, до курорта этого горнолыжного 3 километра. То есть на велосипеде без проблем. Сколько материала готового, попиленного. Уже видите, поскладировали и ровненько так. Ждет своего клиента, ждет отгрузки. Так, ну интересно, вот смотришь налево, так от горы, так аж величественно, так от впечатляет. Камера этого не передаст, друзья, но эта камера все, ну как-нибудь чуть-чуть она там сейчас по краям немного, она еще даже. Так, пошли смс-ки, приветствую, что мы в Австрии. Так, заработал тут коллект. Сама камера, вот она по краям немного так, ну, делает выпуклость чуть-чуть, чтобы делать какой-то широковольный такой обзор. Есть еще там, можно пошире поставить, но я не считаю это целесообразным. Допустимую скорость. Не знаю, может как-то в других местах это будет интересно. Обзором может быть даже так аккуратненько. Ну и опять повторюсь, друзья, сегодня пятница, рабочий трудовой день. Кто-то на работах, кто-то где-то, но ну, людей так, опять же, минус 5 уже, времени 9 часов утра, высота 1083, вот так вот. Ну, пенсионеры, возможно, дома сидят, по хозяйству что-то делают. Ну, а рабочий класс, все на производствах, все на фирмах. Вот здесь, видите, Евроклима, вот сколько машин стоит. Это люди рабочие поприезжали на работу. Он слева на... как там, парапланерист или как-то монокрыло, или как правильно еще вот летает он на красном таком крыле, тоже кайфует, влево вправо так такие делает зигзаги. Ну не знаю, как камера это воспримет, эту точку. Понимаю, там на высоте, конечно, прохладно, надо одеваться, соответственно. Но все равно, вот, если погодка не такая слишком ветреная, как раз ты едешь, ты управляешь. Ты диктуешь, как говорится. Тянешь вправо стропы, влево и так. Так. Знаменитая улица. Видите, уже углы такими отражателями тоже заклеили, то есть показывает ночное время, что здесь аккуратненько проехать надо. Так, опа, разъезды. Не могут разъехаться кто-то. Друзья, ну камера перегревается и отключается в самый неподходящий момент. Ну это, скорее всего, мне кажется, батарея. Я уже заказал новую. Ну, жду. Вы превышаете допустимую скорость.
пока по почте придет. Так что думаю, пока буду дома, уже получу, и с нормальной батарейкой можно отправляться дальше в движение. Вот такие моменты. Бывает интересный пейзаж, хоп, отключается все. Я перезапуск, она опять блокируется и все. Но такие моменты. Ладно, рулим дальше.